Здорово! Сейчас я сделаю небольшую видеоэкскурсию по официальному сайту канала BestFocus777. В описании я скину ссылку на этот сайт, вы можете беспроблемно заходить на него и узнавать много всего нового. Итак, приступим к экскурсии. Вот сам сайт. Это главная страница этого нашего сайта. Здесь вы можете увидеть вот такие вот значки. Это вы можете поделиться, к примеру, ВКонтакте, либо в Фейсбуке или в Твиттере. И также, если вам срочно нужно перейти, к примеру, в YouTube, вы нажимаете на вот этот значок и вас переносит на YouTube, как вы видите, на канал. Вот как бы начало. Давайте приступим дальше. Здесь у нас предстоящие события. Предстоящие события – это те события, которые будут или уже были. К примеру, 25 февраля – новое обучение Флоришу. Оно уже было выложено. Или сегодняшняя видеоэкскурсия – это 27 февраля. Но это пока мы не троим. Вот наша главная страница, как я уже говорил. И приступим к следующей странице. Следующая страница – это магазин. Здесь представлены те карты, которые можно будет приобрести по территории Украины. К примеру, вам понравилась колода Bicycle LaVision. Вы нажимаете на нее, и вас переносит на страницу, где есть небольшое описание этой колоды и фотографии, картинки по этой колоде. Так. Это есть. Если вы, к примеру, захотели купить такую колоду, то можете купить, заказать в два варианта. Через контакт, это вы личное сообщение мне присылаете и указываете, сколько колод вы хотели купить. Или обратная связь. В обратной связи здесь вы указываете свое имя, email и какие колоды хотели бы купить. К примеру, вы хотите купить Bicycle Tragic Reality, там, не знаю, две колоды, и стимпанк, одну колоду. Если у вас такое, вот такой вот заказ не устраивает, то вы просто пишете текст сообщения. Это то, какие вы хотите купить колоды. К примеру, вы здесь пишете там Bicycle Tragic Reality две колоды и Bicycle Steampunk одну колоду. Вводите с изображения текст и отправить сообщение. Я, конечно же, вам отвечу, и все будет хорошо, поверьте. Также у нас есть еще вкладка «Галерея карт». На этой странице будут добавляться еще много-много всяких колод карт. И здесь есть подробное описание. К примеру, вам понравилась колода «Артисан». Вы нажимаете на нее, и вас переносит на подробное описание этой колоды. И также изображение ее. Вот. Как бы сайт был недавно создан, и поэтому мало здесь информации. К примеру, вам понравилось Infinity, вы заходите, читаете здесь описание, и вот такие вот красивые картинки. Ладно, давайте пойдем дальше. Есть у нас вкладка «Фокусы». Во вкладке «Фокусы» это лично моя вкладка. Я ее добавляю сюда, все свои фокусы, видео, которые добавляются на YouTube, будут здесь. Вот сегодняшнее видео будет именно здесь. Также у нас есть вкладка «Интересные видео». Здесь будет добавляться видео просто промо-видео Cardistry, или же будут добавляться Cardistry обучение. Вы видите здесь раздел. Это там не фокусы, а именно Cardistry. Потом идет название элемента и обучение. Могут также добавляться отдельные трюки. Это, я думаю, редко будет. Там будет написано Card Trick, к примеру, название элемента, название фокуса и или обучение, или просто название элемента. Все.
Вот как бы все, что хотел рассказать о вкладках. Также, если вы хотите посмотреть то событие, которое будет, к примеру, 25 февраля, вот вы сейчас на главной, и вы читаете 25 февраля новое обучение Флоришу. Вы нажимаете на этот текст, и вас переносит на то обучение, ну, на эту страницу. И здесь верхнее обучение – это то, что добавилось. 27 февраля видеоэкскурсия по сайту. Вас переносит туда, где будет сегодня, ну, сегодня я выложу, здесь будет это видео. И также еще, если кто хочет, может зарегистрироваться на этом сайте. Это очень удобно, почему? Вы зарегистрируетесь, и вам будут высылаться те видео, те новости, которые будут добавлены на этот сайт. К примеру, 27 февраля видеоэкскурсия по сайту, вам на e-mail приходит сообщение. 27 февраля добавилось там, к примеру, видео. Вы можете его посмотреть по такой-то ссылке. И это очень удобно, не пропустить ни одной новости. Здесь регистрация несложная. Mail, здесь вводим пароль, имя, фамилия. Все, вы можете как бы все убрать, чтобы никто ничего вас не узнал. Ничего, никакие пароли, имейлы не будут никому открываться. То есть все здесь хорошо. Вот как бы все, что я хотел рассказать вам. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.